turului preliminar al Europa League. În judecare Cordoș, uite acum la Ilie, din nou Cordoș. Созидая Шевчук, Зенита маловато. Ну, конечно, это заслуга прежде всего Локомотива. Но вот сейчас Кришета не догоняет. Но по идее это первый вот такой забег по флангу. Ну вот еще раз смотрим сейчас, как мяч был забит. Какая длинная комбинация. Тарасов своими усилиями продавил. Сделал точный пас, так получилось. Ньясу, и тот поразил ворота. Сделал все очень мастерски. Ньясу, здорово, низом. Точно в угол. Вот опять Ньясу сейчас.